И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, мы продолжаем проходить такую замечательную игру, как Final Fantasy VIII, в предыдущей серии которой мы с вами встретились с президентом Дейлинга, и он оказался не совсем президентом, оказался каким-то, не знаю, монстром из Resident Evil, но которого мы вполне себе успешно убили, да, правильно будет сказать так, наверное, уничтожили, как-то это слишком уж... пафосно. В общем, зарезали, и теперь мы выдвигаемся дальше, потому что Сид наш, замечательный Сид, после того, как Ринуа с ним переговорила, после того, как Сейфер, в общем-то, небольшой спойлер, Сейфер поручился за Ринуа, ну, то есть связал Ринуа с Сидом, Сид пообещал то, что высланы Сииды, то есть мы, будут помогать лесным совам до тех пор, пока Тимбер не станет независимым, скажем так. Грубо говоря, он проклял нас этим заданием, потому что теперь мы не сможем от лесных сов никуда деться. И это все очень печально. Ну, будем... В общем, у нас в приоритете побыстрее разобраться с Тимбером, чтобы от лесных сов отвязались, иначе мы будем вечно просто с ними. Это на года может затянуться. Здравствуй. ТВ-станция, сэр. Это довольно быстро, если сесть на местный поезд. Но местные трансконтинентальные поезда больше не ходят, сэр. Нечего беспокоиться, сэр. В городе должен быть кто-то, кто знает. Вы готовы, сэр? Ага. Да, мы же готовы. Нам больше ничего не нужно. Счастливо, сэр. Я буду присматривать и здесь за всем. Худбай. С нами идет Рино. Парень идет как кадет. Собираешь информацию? Соберешь информацию? Или собрал информацию? А, собирает? Да, господи, короче, не важно. Он спрашивал о положении президента. Я нахожу странным, что кадет спрашивает о президенте. Он был очень образован и называл меня как сэр. Мне кажется, я знаю, о ком ты говоришь. Он укрывает три подозрительных личности из сада Баламп. Пойду, ну, или из... Не, из Баламп будет правильнее. Потому что сад это все-таки отдельное место. Пойду расспрашивать всех подростков в районе. Нет, мы не можем просто прийти к кому-нибудь и... Они горожане. Мы не можем приносить вред любым людям. Даже когда они пытаются похитить президента. Это не только неуважение к президенту, но также и к нам, галбадийским солдатам. Я уверена, что найду его и брошу его за решетку. Пожалуйста, выслушай. До конца. В общем, не дают ему договорить, бедняги. А мы приехали обратно. А мы идем к ТВ-станции. Я думаю, телестанция находится за зданием, называющимся «Тимберские маньяки». Пожалуйста, идите в том направлении, сэр. Я надеюсь, ты его найдешь, сэр, найдешь его. Вот, пошли, галбадийские солдаты идут. Много охраны патрулирует сейчас город. Пожалуйста, будьте осторожны, сэр. Похоже, каждый отель закрыт. Понадобится... Если понадобится восстановиться, используй слезы сов, сэр. Слышал, это здорово помогает. Я верю, ты сможешь найти это в доме старика. Я думаю, все равно они не понадобятся. Вы все Сиды. Вы будете в порядке, да, сэр? Эй! Подождите меня! Не бросайте меня, сэр! Странный чувак, но прикольный. Правда, вот это его сэр меня немножечко раздражает, если честно. Так, Кросио, мы снова здесь. Собатечка. Собатечка. Что за звуки такие страшные? Погляди на него. Он такой умница. Родители купили мне Джорджа в этом магазине. Собачка. Так, в пэт-шопе мы наверняка сможем купить книжечку для Рино. Ну, может быть и нет. Да. Журнал для любителей собак. У нас почему-то только 2000 денег. Это очень печально. У нас есть, кстати, второй. Третий том. Хрен его знает. Сейчас посмотрим. Первый... Какой там... Ну ты хрен поймешь, на самом деле. Перевертыш.
Чё? Чё? Ага. Все понятно. Хорошо. А третий том все-таки у нас есть? Ну ладно, в крайнем случае потом за ним придем, за этим томом. Нам лучше на самом деле зелье купить на оставшиеся деньги, если уж серьезно. Это, конечно, домик животных. Смотрите, сколько становится. Ну, это нам не очень нужно. Подожди-ка. Зэс забывает способность. Зачем эта способность? Вот вроде как бы... Как сказать? Фига на нас. Я забыла, что на нас в городе будут нападать. Потому что патруль. Проклятый патруль. Ну ладно. Нам, кстати, два винта дали, пока я там за кадром бегала, поэтому мы с Клоу когда-нибудь там в относительно ближайшем будущем смогем прокачать оружие. Надо, кстати, все-таки заняться прокачкой. Это что-то как-то я расслабилась. Очень сильно. Нам потом это сильно аукнется. Огня. Скол, кстати, очень плохо вытягивает, скажем так, некоторую магию. И вот с этим проблемы я заметила. Черт. Так, хорошо. Мало вытягивать придется. С чем? Чем хорошо с вытягиванием магии ходить? Че не сука, господи. Что-то я не то говорю. Короче, чем хорошо, когда магию вытягиваешь, ее накапливается, и все, потом как бы особо вот качать-то и нечего. Блин, даже не знаю. Даже лечить нечего. А ладно, вылечимся. Здесь все полное. Зела чуть-чуть надо. Турино еще есть немного места. Правда, потом появится новая магия, придется ее вытягивать. Ах. Напрягает, короче, это сильно. Просто вытягивание, вот, грубо говоря, ты сидишь и так таращишься в экран, и ничего не происходит. Когда хоть прокачиваешься, там, бегаешь, с монстрами дерешься хоть. Там как-то повеселее в любом случае. А тут как-то все тускливо. Сейчас, я обещаю, это недолго будет, мы сейчас чуть-чуть вытянем. Типа так, совсем чуть-чуть. Урина быстро вон пополняется, это радует меня. Эти вручную начнем их потихоньку. О, он умер! Блин. Ну ладно. Он, кстати, тимберменьяк. Напротив нас прям. Обычный патрон, это хорошо. Так, аж. Так, пардоньте, я надеюсь, у вас это не сильно все. Моргнула. Я просто забыла сделать автосохранение. После этого Windows перестраивается на упрощенное оформление. Простите меня за это. Я забыла. Я забыла об этом. Ну ладно, я надеюсь, у вас там не сильно все. Вот, зона-то ты? Да, я не зон. Но я подшу, что ты так думаешь. Да ладно, очень же похож. По-моему, он просто притворяется. Похоже, что поезда перестали ходить. Вообще, местные поезда должны проезжать здесь. Много суеты. Ладненько. Тимберские маньяки. Так, weapon. Ну, давайте зайдем сюда скорее. Что у нас тут? Что мы можем сделать? Можем сделать револьвер, который у нас есть, в общем-то. Вроде как. Да? Нам вот это нужно. Стальная труба. Один штука. У вас это уже есть, я знаю. Блин. Зелма, ничего нет. Что нам нужно? Драконий плавник. О, как все плохо. Это у нас есть. То же самое. То же самое. Короче, нам нужна стальная труба. Печально, короче, все. Потом придется все это делать. Так, здорово. Ну, вон кошки. Много кошек. О, станьте от меня. Как так-то? О, господи, давайте я, кстати, буду сбрасывать бои. Я же раньше так делала, я просто как-то забыла, что это Final Fantasy. И здесь нужно так делать. Да, пожалуй.
Лекарство. О, это хорошо, это очень хорошо. Так, стоп. У тебя, по-моему, фрит. Да, хорошо. Так, что бы сюда поставить-то? 693. Да, печалька. Блин. Все, очень грустно. Так, что у нас тут еще есть? Кто у нас там что выучил? Ты у нас... Ой, а почему ты здесь-то стоишь? Так, ладненько сделать. Че? Ладненько. Что у нас тут есть еще? Делать магию огонь из вещи. Это чтобы не качать ее вечно. Можно будет потом из вещей, после того, как мы выучим эту способность, можно будет ей воспользоваться, чтобы делать магию из уже имеющихся у нас вещей. Так, да, вот здесь еще не хватает. Живучесть. Съешь. Толчок ускоряет заряд. Повышение живучести, повышение... Да лучше живучести пока что. Хотя... Ну, дух, пускай будет дух. Тогда сила атаки будет лучше. Так, да. Что у нас там со способностями-то? Так, стоп. Сделаю тьма... Ага. Так, тут мы что-нибудь из чего-нибудь можем? Ничего мы не можем. О, кусок камня. Один сделается в 5 снегобурь. Снегобура. О! Так. Я хочу сковололо. Так, сколько мы камней профукаем? У нас... Давайте 5. Да? У нас будет... Снегобуросов. Бурогасов. Как хотите, называйте. Не, ну все-то зачем? У нее столько места, по-моему, нету. Как-то мало, я лучше накачаю. А я куски ем камни оставлю на апгрейд. Чего-нибудь. 5 громов. 5 громогасов. Так, пожалуй, все-таки сделаем. Хотя бы эти 3 штучки потратим. Громогасы, они хорошие вещи. Так, у нас уже магия среднего уровня появляется. Это радует меня. Так, что я хотела? Я хотела вот что сделать. Там-там-там-там-там. Вот она, снегобурогас, громогас. Надо их переставить. Нет, здесь не вариант, да? У меня есть мысль. Так, вот это мы отдадим. Тебе тогда дать все. И громогас тогда тоже тебе отдадим. Дать все. Так, перераспределить. Сейчас будет вот это упоротое. Вот этот упоротый вид. Я даже не знаю, как это обозвать. Двойной. Куда бы тебе поставить? Гром? Вот сюда куда-нибудь? Не, нифига. Как неудобно, кто бы знал. Место сканирования. Сканирование. Вообще сюда куда-нибудь убрать. Зомби и берсерк. Зомби и берсерк потом куда-нибудь выкину эту магию, потому что, честно говоря, она мне совершенно не нужна. Я ей никогда не пользуюсь. Она мне только мешает, место занимает. Так, а теперь мы зайдем к Рино. У нее там было место. Во. Сейчас вот сюда бы еще что-нибудь. А, нет, не получается, черт, печалька. Ладно, тогда мы вместо грома, наверное, поставим. А хотя смысл. Так, ладно. Во. Смотрите, какая прелесть-то. 30? Гром? 30. Ладно, давайте тогда поставим гром. Сюда поставим громогас. Ну да, пускай будет так. Красота! Так, давайте в отель зайдем. Посмотрим, что у нас тут. Здрасте. О, Рино! Простите, вы не можете остаться здесь на ночь. Не могу сказать, что здесь
шумно, но там сейчас остановилась группа Сорвиголов и из Галбадии. Я поняла, спасибо, мисс Демарко. Ну, грубо говоря, о, Рино, как давно вы знаете друг друга? А, как давно мы друг друга знаем? Зови меня Франческо, я всегда буду с тобой. Удачи. Короче, она нас предупредила, то, что здесь враги. И, ну, никак просто. Девочка, а ты со мной поговоришь? Видимо, нет. Как я уже говорила раньше, вы не можете остаться здесь, мне очень жаль. Рино, а правда... Чего? Мы правда рассчитываем надрать читы голубодианские задницы? Все свои, короче. Девушка, какая девушка в ночнушке? Извините меня. Да, как бы, ладно, окей. Давайте тогда сохранимся, что ли? Что было? Пум-пум-пум. Я, кстати, подумаю, сейчас тест, может быть, сдать на сидов. Но, скорее всего, я профейлюсь очень сильно, потому что я не помню ни черта. Тест. Мы начнем письменный тест сид. Будете проходить? Да, давай. Команда отнять, добывать магию зраков. Да. Здесь аббревиатура защитник слабых. Ну, блин, с этим переводом русским. Ладно, пускай будет, да. Есть всего 8 стихийных атрибутов. О, боже мой, я не помню. Я их не считала. 8 стихийных. Нет, подождите, их же много. В бою более высокий показатель. Или да? Может, блин. Стихийных, там же, там не только, там статусных много. Блин! Ладно. В бою более высокий показатель силы причиняет больше физических, да. Ёшка, комбинируемая способность, да? Вы не можете назначить специфические способности для ЗС, чтобы... Чтобы утиться? Блин! Специфические способности... Нет, почему? Мы можем. Магия использует МС. Магические... Что МС? Блин, какая же... Нет, вы можете назвать ваш... Нет. Да. Можете одевать защитные принадлежности. Нет. Уровень ЗС увеличивается от... Единиц способности? Нет, единиц способности это немножко не то. Вы набрали... Вы провалились! Черт, я где-то профейлила, да? Я говорю, хреново у меня все. Да. Нет. Да. 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 Нет. Да, надевать защитный. Да ничего не можем мы надевать, у нас нет ничего. Уровень здесь увеличен. Да? Что, опять не то? Господи, что ж такое-то? Короче, я нуб страшный. Может быть, это от перевода еще зависит. Что значит утиться? Что это? Ой, господи, ладно. Что-нибудь придумаем. А что, где я не так ответила? Хз. Короче, вот поэтому я не люблю тест местный. И местные карты. Кстати, да, карты. По поводу карт. Меня просили в комментариях. Точнее, не, даже не то, что просили, просто заметили, что я не играла в карты еще ни с кем. Сейчас вы поймете, почему. Я ненавижу карты в восьмой части, потому что я в них не умею играть. Я нубью. Боже. О, нет, ифриты я не хочу. Блин, я просру карту ифриты сейчас. Я прям чувствую. Сомневался. Пум-пум-пум. Да что у вас всех, а? Налево. Нет. Да хватит меня, это самое уже. Слушайте, а может быть это не такая плохая идея? В принципе, очень похоже. Это Грендел? Что у нас тут еще? Не, я хочу Грендела. Эй! Ну не люблю я все равно карты в финалках. Ну не знаю, не в голове, не в жопе. Прости, господи. Ну,
хотели карты, вы их посмотрели. Лучше бы вам раскрыть свои глазки. Если здесь есть хоть один член сопротивления, вы мои дорогие детишки. Ай, блин, фанаты, они везде. Вы мои дорогие детишечки, просто трупы. Ай, господи. Охраннику пофиг. Нам нужно быстро попасть на телестанцию. Я не могу смотреть, как они терпят это. Ну, короче, как над ними издеваются. А мы пойдем и сразу надерем задницы. Я слышал, все здесь поддерживают сопротивление. Вы, парни, такие же дураки. Просто вообразите, как это место могло бы измениться, если бы вы были верны нам. Это место так и останется в лесной глуши, если вы ничего не предпримете. А вы? Вы довольны своей жизнью? Каждый день слепо выполняете приказы, делаете то, что... То, во что, наверное, не верите. Что с того, что мы развиты? Мы не выглядим преуспевающими. Все, что нам нужно, это возможность стоять на ногах, быть независимыми и жить в соответствии с нашей верой. Вы, парни, наверное, никогда этого не поймете. Отбросьте вашу гордость и достоинство. Не мы дураки, а вы. Вы оба покойники! Нет! Ну, Арина у нас предпочитает сперва действовать, а потом думать, как вы уже могли заметить. Да ладно, мы все равно задницу бы надрали. Так что ничего страшного. Так. Снегобуря, А что здесь делает сканирование? Прости, господи. А, все, пораньте. Я думала, я в магию зашла. Думаю, почему у меня в магии так все убого. Думаю, куда все пропало-то. А, нет, ничего, черт. Даже не знаю. Ой, как на вас плохо магия действует, слушайте. Проще вас, по-моему, руками бить. Хотя нет. И так норм. Рено. Не надо делать из меня дуршлаг. Надо было огонь. Что ж я делаю-то? Давай, Зуэл, кулачищем ему по шлему. Кстати, надо Рено вылечить. Потом. А подонок. Нет, нифига. Вот так тебе. О, Мария. Хорошо на них огонь действует, слушайте. С тестом надо как-то. Спасибо за вашу помощь, я немного увлекся. Мы ценим вашу помощь, но мы не можем дать вам пройти здесь. Извините. Ничего не сказала. Так, красиво. Нет, так нет. А, что ж я делаю? Ай, боже мой, опять. Кто на этот раз? Ой, ладно, давайте их убью немного, а потом вернусь к вам. Ей. А, кстати, да, у нас уже кто-то там что-то выучил. Давайте посмотрим. Хотя, подождите. А, нет, не Квизи. Сиренка? Сиренка, по-моему, что-то выучила. Давайте вот это поставим ей. Или нет, или да, или я не понимаю ничего. Так, я что-то запуталась. Кто у меня был, кого у меня не было. Короче, ладно, пускай учит, что стоит. Не, ну все-таки. Где, господи, я потеряла? Подожди-ка. Сейчас я смотрю даже специально. Не, ну это не 8.
Вон, стихийные показатели, их не 8, их вон, а сколько. Так, сейчас мы что-нибудь придумаем с этим тестом. Не знаю, мне кажется, меня подводит перевод. Ладно, а может, мои мозги? Да бывает магия зарога, все правильно. Защита, защитник славы. Вот пойди пойми, да? Хз. Нет. Бою более высокий показатель, точнее больше. Да. Комбинируем... А, способности или все-таки? Ладно, ну может не знаешь специфики. Что с собой учиться? Что это значит, блин? Вы не можете? То есть нет, не можем или да, не можем? Вот... Ащ! Нет, магия использует. Что значит одевать защитные принадлежности? Одежду имеется в виду или магию защитную? Что это значит? Нет. О, я еще хуже ответила. Короче, все плохо, короче. Хреновые износиды. Я не понимаю. Парам-пам-пам. Чтобы утиться, блин. Что? Какой-то неприятный парень искал вас. Неопрятный парень искал вас. Но вы хорошие или плохие? Хорошие, конечно. Хорошо. Так я догадываюсь, что вы любите кошек тоже, да? О-о-о. Мяу. Вообще, блин. У меня аллергия на кошек. Моя дось их любит. Что мне делать? Да, нужно здесь как-то так сделать, чтобы кошатинка убежала. И, в общем-то, вот. Так здорово. Кошатинка убежала, и чего? И нам нужно в какой-то переулок попасть каким-то образом. Я не помню, к сожалению, каким. Ну, пропустите нас, а. Пропустите. Да что ж такое-то? Так, давай еще раз. Нет? А, подожди, нужно... Ага, сейчас. Нужно от всех кошек избавиться, точно. У меня аллергия на кошек, что мне делать? Ла-ла-ла. Так, ушла первая. Ушла вторая. О нет, куда делась кошка? Ах, за куда она делась? Так, ладно, и куда мне теперь? Я вот не помню, честно говоря. Надо было к тетке, по-моему, вернуться. Малым? Я ничего не помню уже. Че, по новой, да? А, чи? Ла-ла-ла. Вот вовремя вообще. Невообразимо. Не очень люблю этот момент в восьмой финалке, потому что... Ах, ни туда, ни сюда. Я хочу тебя огнем убить. Ты умрешь мучительно. Нет, не умрешь, сволочь такая. А почему, кстати, у Рино хорошо работал огонь у него? Тоже хороший вопрос. Или это так, от случая к случаю? Давай, сквололо. Лекарство, так еще что-нибудь? Нет, куда уж? Куда уж нам? Так, что я хотела с тетенькой? Нет, уже поговорила. Не работает, сбросила что-ли после боя? О, я слышала вас, ребята, вы направляетесь к телестанции? О, это должен был быть секрет, извини, вообще, блин, на вас. Так, отлично, сейчас. Минус один. Давай, кошка. О, нет, куда делась кошка? Тетя. Да, о, это был секрет, извини. Но кошки же все, они ушли. Что тебе делать? Я не знаю, что тебе делать. Куда делась кошка?
Куда делась кошка? Я не знаю, куда делась кошка. А, у меня... Я, кстати, туплю. Я забыла кое о чем. Да. А, привет, Рино. Погода вроде сегодня замечательная. Прекрасный денек, не правда? Ли. Почему я не могу сказать что-нибудь интересное? Я такой неудачник. Это точно. Хотя, кстати, надо с ним еще раз поговорить. Я не помню, куда нам для этого нужно. Итак, погода замечательная, да-да-да, прекрасный денек. Почему я не могу сказать, я неудачник, бла-бла-бла. Ага, пожалуйста, возьми это. Ну, пока. У-ху, поушен. Ой, напали на нас. Я забыла просто, я постоянно забываю, что здесь помимо этих кошек есть еще одно место, куда здесь можно свернуть. Вот всегда забываю, хоть убейте. Я не понимаю просто, почему я забываю это. Я 8-го часть как-то помню... Не очень хорошо. Седьмой я как-то запомнила, скажем так, практически сразу, чё как куда. А вот восьмая и девятая, в общем-то, тоже. Там что-то как-то мне не лады с ними. В этом плане. Давайте его руками забьем. Он мне не нравится. Он странно стоит. Не умер, зараза такая. Отлично, хоть что-то хорошее. Так, бежим отсюда. Теперь бежим вот сюда. Ну да, я тупила, я знаю. Я забыла просто об этом. Вот снова... Чего? Короче, вот снова бежал за поездом. И был очень смешной. Так, нам сюда вообще, на самом деле, сперва зайти. Здрасте. Они много сражались, но мои родители полностью одиноки. Мне хочется увидеть этого здоровяка. Я могу завопить и снести его одним ударом. Какого здоровяка? О ком-то? Это звучит очень-очень страшно. Женщинка. Смотрите, смотрите. Вот, типа, что-то. О, господи, выйдите на телестанцию. У вас нет выбора, поезда не ходят. Посмотрим. Здесь должен быть путь через задний двор этого дома. Трактир был построен с тех пор, как они остановили вещание. Вы не пользовались задним двором? А, мы не пользовались задним двором с тех самых времен. Почему бы вам не посмотреть в окно второго этажа? Вы сможете увидеть задний двор? Обязательно посмотрим. Ой, ладно, давайте сперва тогда посмотрим. Дома на нас, слава богу, нападать не будут. Мы можем побегать. Детишечки. Кошки. Нам нужно в трактир. Че, головой стукнулся? Мелкий. Это стоит 10 гил. Эй, ты опять это делаешь? Сколько можно повторять тебе, чтобы ты не брал денег с людей? Ну, типа, жопе. Маленький засранец. Я снизил цену с 1000 до 10. Я не про деньги, я не заставляла тебя делать это. Короче, очень веселый перевод. Ты не должен платить мне. Ну, спасибо. Так, мелкий. Это не просто котенок, он всегда спит на кровати. Можешь ему верить. Он ест за двоих. Вот почему мы берем плату за просмотр. Вы можете помочь? Это вина котенка. Конечно. Котенок. Что это за звук был такой? Странно. Я кликнула на котенка, и там был звук. Что это значит? Я не помню. Мелкий, ты что-нибудь скажешь?
Окей. Неважно. Меня, может быть, выпустить отсюда, а? Ой, господи, ладно, давайте тогда, что ли, на этом серию завершим. Она была такой странной довольно-таки. В следующий пойдем уже в этот трактир, пройдем через задний двор, попадем непосредственно на ТВ-станцию, и там посмотрим, что же они все-таки пытаются сделать. В общем, несмотря на малую содержательность данной серии, я надеюсь, что она вам понравилась. Если это так, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, зовите друзей. И, в общем-то, увидимся с вами в следующей серии. Всем огромное спасибо за ваше внимание. С вами была Севен. Всем удачи и пока.